Так, ну с этим вроде все. Давайте мы теперь загадим тут это. Все остальное. Красим. Пойдемте сюда. С этой стороны тоже. Не мешает нам это сделать. Так. Ну, а теперь необходимо поправить хвост. Давайте мы это сделаем с помощью грабана. Динамического грабана. Так. Должно быть хорошо уже. Может быть, чуть-чуть продлить ее. Так вот. Нет. Нормальный хвост. Я думаю, что все в порядке с ним. Немножко заточен чуток. Не без того, да? Ну и что осталось? Остались зубы. Зубы. Сколько их тут? Раз, два. Что-то не так уж много. Язык, да? Ну, глаза само собой. Так, ну пойдем теперь сюда. Объект мод. Смотрим, что нам скажет ремеш, допустим, да, теперь. Что нам скажет ремеш? Давайте 5000 оставим. А, надо выделить объект. Объект выделить. Вот этот. И в нем ремеш. Ждем. Ждем и молимся. Так, он говорит, что он все хорошо сделал, да? Немножко сомневаюсь. Но могу допустить, конечно, что все хорошо. Так, тогда мы можем сказать, что смус. Так. И начать заниматься глазами сначала. Так. Мышь. Теперь нам нужно объект моды сказать сфера. Так. Смотрим. Спереди. Берем эту сферу. Уменьшаем. Да, елки. S. Да. Вот это вот S. Так. И опускаем туда, куда нужно. Делаем вот такую лопастенькую.
Чуть поменьше. Угу. Ну и кроме этого, так, мы что делаем? Мы смотрим, да? Все нормально. Так, здесь нам надо необходимо сделать следующее. G поднять наверх. Дальше вставить так. И выйдет моде. Выбрать, к примеру, вот эту часть. Но нам нужно было вот так сделать это. Хорошо. Дальше выбираем. Говорим Shift, Shift D и говорим P, это отдельно, Selection, и выбираем его, этот Selection, и бежим вот сюда срочно. И говорим, что нам добавить солидности, как-то бы не мешало, типа вот так. Так, и теперь это мы должны сказать, что мы ее крутим по иксу. Вот так. Хорошо. Возможно, и нижнюю надо, но я как-то пока не хочу. У него будет тогда взгляд такой дебильный. G по Z опускаем. И немножечко это дело сплющиваем. Хотя не хотел бы я сплющивать, но придется. Или поменьше делаем просто. Вот так, да. Так будет здорово. Это и вот я бы немножко добавил солидности. Вот так вот. Добавил бы солидности. Потом это бы сказал Shade Smooth. И эти сказал тоже Shade Smooth. Вот так. Но тут. Хотя тут пускай так и будет. S по X. Вот так. Сжал бы я вот это, да. Вот это хорошо. Теперь это и это. Мы можем сказать Mirror. Reset Transformation. Так, а с этой что произошло? Назад. Вот так. Так, солидности добавили, надо сказать apply, после этого можно делать mirror. Mirror. Так, и это тоже сказать. Mirror. Готово. Можно было больше тут вытянуть, конечно. Ну да ладно. Да, кстати, я хотел посмотреть Edit Mode. Вот это если выбрать, выберется сейчас вот так. Edit Mode. Да, очень хорошая, нормальная сетка, мне нравится. Есть. Теперь зубы. Так, как выглядит зубарик? Я думаю, что это надо делать из кубиков. Поменьше сначала. Так. А потом его
просмотр. Превратить с помощью Resilience Subject Surface. Вот. Начать превращать его в этот Ctrl-R с помощью. Это понятно. Теперь здесь Ctrl-R. Так. Этот полигон и этот мы должны с вами уменьшить. Но без пропорционального редактирования. S. Так, они немножко как-то загнуты сюда, мне кажется. Сбоку смотрим. Вот так я имею в виду. Вот загнуты немножко. Так, и теперь вот этот, мы давайте его вытягиваем. Вот так. Да, это очень неплохой зубарик. Так. Вот. Единственное, что мы его должны по S, по X немножечко сжать. Вот так. Угу. Ну и давайте теперь на место прилепим. Опа. Скажем play. G. Вот этот сюда. Еще один. Shift D сюда. Развернем R Z. Вот так. И немножко поменьше сделаем, чем этот. Так. И вперед еще надо парочку. Сюда вот. Так. Далее. Этот. Нет, пока мы так не будем делать. Пока мы скажем Shift D вниз, перевернем Ctrl. Нет, просто R. Вот так. Поставим их сюда. Один сюда. Так, неправильно. Так, RZ 180. Вот так. Нет? Нет. Назад. Все верно тогда получается, да? Уменьшаем малость. Тащим сюда G. Сюда. Эту. Как с такими зубами можно улыбаться, скажите мне, пожалуйста. Так. И еще один теперь нам надо.
shift. D. Сюда его поменьше сюда. И теперь, в принципе, мы можем переместить это, сказать вместе их соединить и сказать mirror. Встали. Так. То же самое здесь. Этот. Ctrl U и Mirror. Встали, да? Ну, отлично. Далее нам нужны вот такие зубчики вот здесь. Вот тут, да? Давайте и сделаем тоже. Shift A. Тоже возьмем наш куб. С куба лучше получается. Так, сразу ее скажем. Subdivision 2. Где у нас тут мод? Ctrl R. Сюда и этот и этот, этот и этот, с нет, не все я выделил, с по весу. Так. И теперь S по Y, S по Y. Так. У этого, скажем, Ctrl R. Пустим вниз. И теперь растянем. С по игреку тоже где-то вот так, да? И с, скажем, по иксу. Так, ну вот такое. И дальше нам надо с ним работать, сказать subdivision мы согласны. Subdivision мы согласны. Так, берем теперь его. По звуку смотрим. G. И начинаем сажать их. Так, S маленькое делаем. Переворачиваем. Ставим. Глубже туда. Так, смотрим отсюда. Shift D. Сюда. Ворачиваем. Все, опять кошку в окне увидел. Ну, ей можно гулять, а тебе нет. Перестань орать.
РПЗ-то разворачиваем. Делаем чуть меньше. Это тоже чуть меньше. И опускаем вниз. Тебя раздирает. Когда я работаю, тебя раздирает. Орать тут. Так. Выше. Высота. Вот так. Ну и дальше еще несколько таких Shift-D. Сюда. Поворачиваем R. Так, у нас хвост длиннее получился. Ну это ничего страшного. Шильды. Здесь поставим еще где-то. Три штуки будем ставить. Еще один shift. Не знаю, чем вам не динозавр. Настоящий динозавр. Ну, давайте поставим в середине. Смотрим. Все вроде нормально. Теперь берем этот. Соединяем их. Ctrl-U. Убираем все трансформации и говорим Mirror. Вот они все встали здесь. Отлично. Так. Просто. Ну и здесь, в принципе, вот сюда мы могли бы коготочки тоже поставить. Так. Могли бы и нет. Сейчас посмотрим.
Заменим после покраски уже, ребят. А, язык забыл. Язык что не забыл. Вот такую сферу. О, тя-тя-тя-тя-тя-тя. Вот, убрали. Shift A. Вот эта сфера мне больше нравится. Давим ее SZ. Так. S по Y. Так. Говорим, что мы тебя любим. Subdivision. И говорим, что да, согласны. А здесь говорим smooth. Вот такой получаем язык, который надо ставить. Он будет у нас, во-первых, помещен немножко. Во-вторых, он будет вот сюда пойдет. Так. Дальше мы его поворачиваем. Смотрим. Ставим сюда. Там тоже здоровенный такой язычище. Вон его видно. Еще развернем. Да, вот так оставим. Ну, так как я хочу покрасить, поэтому, скорее всего, я сделаю все-таки коготки, но это можно этого избежать, конечно. В принципе, мы сделали. Сколько у нас времени? 27 минут, да, стоп.